так, музыкальным фрагментом Вивальди «Весна» поздравил Казанский федеральный университет с наступлением долгожданного сезона художественный руководитель оркестра «Ля Примавера» Рустам Абязов в день 1 марта. Добрый вечер. Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим о главных и значимых событиях из жизни образования, науки, Казанского федерального университета, республики и страны в целом. И очевидно, что самым главным, общенародно значимым событием минувшей недели стал приход весны. Ее ждали как никогда. Слишком зима уж затянулась в этот раз. Слишком подогревали многие события депрессивное состояние, усиливавшееся этой самой зимой. Но 1 марта для нас еще и повод поздравить президента республики, который в этот раз отмечал свой юбилей с приходом весны. Для Казанского федерального университета Рустам Миниханов еще и председатель наблюдательного совета. Человек, все последние годы активно содействовавший развитию «Альма-Матер» как ведущего мирового и федерального научно-образовательного центра. 1 марта президент Татарстана Рустам Миниханов празднует 60-летний юбилей. Первыми с юбилеем главу республики поздравили студенты Казанского федерального университета. В 6 утра на площади Свободы перед Домом правительства студенты развернули огромный плакат с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич». В столь зрелищном поздравлении приняли участие около сотни человек. Но на этом сюрпризы не закончились. Накануне юбилея лидера республики студенты украсили здание Казанского федерального университета огромным сердцем, фото которого с легкостью можно встретить в инстаграмах казанцев. Фотографию такого необычного и столь зрелищного поздравления Рустам Миниханов уже опубликовал в своем инстаграм. Стоит отметить, что президент республики, несмотря на свой загруженный график, регулярно посещает КФУ. И трудно назвать институт или лабораторию, в которой он бы не побывал. Рустам Миниханов держит связь с преподавателями, студентами, выпускниками и заметно, что не зря. Все сказанное еще раз отлично подтверждает довольно яркое поздравление от выпускницы КФУ Зульфии Шарафеевой, известной всем как «Мисс Татарстан 2017». Қадырлы Рустам абай, сіздің үшін көңілден туған күніңіз үлен құтылым. Сіздің білен бір районнан болуыма мен бек ғұрырланам. Сіздің оңышылар, біздің оңышылар. Сізге ұзын ғымыр, нық сәлеметлік, хам ғойля бәқті тіләп қолам. Рустам Миниханов является председателем попечительского совета КФУ, реально вовлечен в жизнь университета и заинтересован в его развитии. Безусловно, такие факты дают новый импульс, и можно с гордостью говорить – это наш университет, это наш Татарстан и это наш президент. К теме праздников и весны мы сегодня еще вернемся. А пока о весьма значимом заседании ученого совета Казанского федерального университета, которое прошло в последний день зимы, где обсуждался весьма непростой и важный для республики в целом вопрос о будущем Альметьевского государственного нефтяного института. О возможности и целесообразности включения этого центра подготовки специалистов для нефтяной отрасли говорили и спорили давно. И вот на недавней встрече президента республики, ректора Казанского федерального университета и министра образования и науки Татарстана с федеральным министром Ольгой Васильевой было озвучено и одобрено предложение Рустама Миниханова и компании «Татнефть» о присоединении Альметьевского нефтяного к КФУ. Впереди огромная работа. И не столь простая, учитывая огромный клубок проблем, которые в этом случае придется решать университету. И нельзя сказать, что все однозначно понимают и принимают возможность слияния. Это показало и голосование на ученом совете, где на 44 голоса «за» поступило 33 «против». Такова университетская демократия. И хоть формально решение о ходатайстве КФУ по вопросу присоединения Альметьевского нефтяного принято, еще многое придется сделать для консолидации коллективов и выстраивания эффективной работы. Впрочем, Казанский федеральный университет уже наглядно доказал, что умеет это делать блестяще. В понедельник, 28 февраля, в Казанском федеральном университете состоялся ученый совет. Основной темой встречи стало вхождение в состав КФУ Альметьевского государственного нефтяного института. На заседании присутствовал первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Стоит отметить, что республиканская Миноборнауки выступает учредителем ОГНИ. Вопрос о присоединении ОГНИ вызвал бурную дискуссию у членов ученого совета. Их активно интересовало то, как же повлияет предстоящая реорганизация на существующий внутриуниверситетский уклад и позиции КФУ в глобальных рейтингах.
В свою очередь, Андрей Поминов отметил, что Альметьевский вуз не такой большой, поэтому как таковых изменений он за собой не повлечет. Ректор КФУ Ильшат Гафуров попросил членов ученого совета рассмотреть ситуацию с присоединением и под другим углом. Ведь благодаря слиянию КФУ обретает новые возможности. По словам ректора КФУ, если мы говорим о пользе, которую принесет нам объединение, то важно помнить, что, например, наш собственный профильный институт геологии и нефтегазовых технологий нуждается в базе практик. В этот день затрагивалась и тема утверждения правил приема на 2017-2018 учебный год. Также ученым советом был принят обновленный порядок начисления стипендий. Было принято и решение о учреждении базовой кафедры ядерно-физического материаловедения на базе Объединенного института ядерных исследований в Институте физики. Дмитрий Таюрский отметил, что 26 марта на праздновании юбилея Объединенного института ядерных исследований в Дубне предполагается подписание договора о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и КФУ. И уже в рамках такого сотрудничества второй договор об открытии базовой кафедры. Не обошлось и без открытий. Ученый совет решил учредить научный журнал «Казанский вестник молодых ученых», который издается на базе Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Напомним, что 2017 год в КФУ объявлен годом Лобачевского, в рамках которого запланировано множество крупных и по-настоящему знаковых мероприятий. Одним из них станет открытие мемориального кабинета Николая Ивановича Лобачевского вместе с образовательным центром для одаренных детей в ректорском доме, где когда-то жил и работал великий ученый. По предварительным подсчетам, для его реализации потребуется 15 миллионов рублей. Эти средства университет рассчитывает собрать в специально создаваемом фонде. Год Лобачевский объявили не только мы, но и спасибо им. Таттелеком выступил тоже с инициативой. Таттелеком в своем коллективе тоже объявил, что этот год будет годом Лобачевского для данной компании. И мы договорились с генеральным директором о встрече и о совмещении наших программ. Да? Они сами по себе, мы сами по себе никакого смысла нет. Это будет и в школах мы должны выступать, и я надеюсь, это поможет популяризации математики в стенах нашего университета. Ильшат Гафуров пообещал, что лично внесет первый взнос в фонд вместе с проректорами в размере половины месячной зарплаты. А сейчас о сенсации последних дней. Ученые обнаружили еще 4 соразмерных Земле планеты вокруг звезды Трапист в созвездии Водолей. 3 из 7 планет этой системы потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни, сообщило Национальное космическое агентство США НАСА. В НАСА отмечают, что это крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально жилой зоне одной звезды за пределами Солнечной системы. Просто шок. Мы так толком и не знаем, есть ли жизнь на Марсе или была ли она там, но уже громогласно утверждаем о жизни на расстоянии 39 световых лет от нас. Что все это значит? Тут только специалисты-профи могут помочь прояснить важность открытия. Итак, со всем тем, что связано с открытием НАСА, нам сегодня поможет разобраться, узнать детали, подробности, вообще было ли открытие. Ильфан Фяритович Бикмаев, заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета. Добрый вечер. Института физики. Института физики, безусловно, легендарного института физики. Давайте вот начнем с понимания для вот нас, вот совершенно людей далеких от космоса, от больших космических пространств, когда говорят, что открытие сделано на расстоянии 39 световых лет, относительно недалеко. Это вообще недалеко или где это вообще? Ну, по если сравнивать с размерами нашей галактики, размер которой 100 тысяч световых лет и 39 световых лет, это вроде бы совсем рядом. Да, одна треть там. Ну, нет, это даже одна там тысячная, одна десятитысячная от размера галактики. То есть эта звезда по астрономическим меркам находится, мы говорим, в окрестностях Солнца, на языке астрономов. Угу. Но если вы посчитаете это расстояние в километрах и сравните, например, с расстоянием до Луны, расстояние до Луны 400 тысяч километров. Свет со скоростью 300 тысяч километров в секунду преодолевает это расстояние за 1,25 секунды. Туда-обратно 2,5 секунды. Угу. И это расстояние довольно существенно. Луна, хотя мы ее видим, но все равно, это 1 секунда. Угу. А 39 световых лет, это свет идет от этой звезды до нас. 39 лет. Вот с такой скоростью каждую секунду преодолевая расстояние от Земли до Луны.
А если вот со скоростью добраться туда, как можно? Если, да, если мы, зная вот современные технологии, запуская космические аппараты в космос, которые летят со скоростью примерно 8-1, ну, средней скоростью 10 км в секунду, то до этой звезды с помощью современных технологий нам пришлось бы лететь около 4 миллионов лет. Ух ты! То есть на самом деле это очень большое расстояние, и шансов добраться до этой планетной системы обнаруженной и вернуться обратно практически нет никаких. А как же тогда НАСА это все увидел? Где, каким образом они обнаружили то, что находится? Тут с Марсом не все понятно. Да, ну, надо сказать, что в мире сейчас установлено несколько роботизированных телескопов, которые специально предназначены для обнаружения планетных систем около других звезд. Угу. И вот за 20 лет, начиная с 1995 года, когда была обнаружена первая планета, 51-я Пегаса, сейчас обнаружено около 3000 планет около других звезд в окрестностях Солнца. Но проблема заключается в том, что, как правило, обнаруживаются планеты массивные, планеты-гиганты, в 20 раз массивнее, чем Юпитер. Угу. И, очевидно, это газообразные планеты, на которых вряд ли есть жизнь. Уникальность вот этой звезды, около которой была обнаружена планета, действительно это открытие. Открытие сделано было с помощью небольшого телескопа, размером всего 60 сантиметров. Это телескоп бельгийских ученых, их два на самом деле. Один установлен в Чили, второй северный установлен в Марокко. Они установлены в местах с наилучшим астрокликатом. Каждую ночь телескоп-робот просто фотографирует небо и сравнивает яркость звезд. То есть он сканирует фактически? Ну, он получает, да, фотографии, измеряет яркость. И если между звездой и нами есть какая-то планета, то при движении звезд периодически эта планета будет затмевать звезду, и на несколько, на доли процента яркость звезды будет уменьшаться. И тогда мы можем задетектировать. Таким, это вот один из распространенных способов обнаружения планеты около других звезд. Таким образом и была обнаружена эта планетная система еще в 2015 году, и в 2016 году они публиковали. Ну, и при этом была обнаружена две планеты, потом они сделали предположение, что есть, возможно, и третья. Они публиковали эти данные, и к этим наблюдениям подключился космический телескоп Спицер, инфракрасный телескоп НАСА, как раз вот принадлежит НАСА. Дело в том, что звезда, около которой вращаются эти планеты, она маломассивная, и она по сравнению с Солнцем очень холодная. Температура Солнца 6000 градусов, примерно 5700, а на поверхности этой звезды 2600 градусов. Это означает, с точки зрения вот физики, что основное излучение этой звезды идет в инфракрасном диапазоне, а в видимых лучах она очень слабенькая. Поэтому для того, чтобы еще что-то обнаружить, понадобился инфракрасный орбитальный телескоп, который с орбиты пронаблюдал и дополнительно к тем трем планетам, которые были обнаружены бельгийцами, обнаружил еще 4 планеты. Но даже не эта уникальность. Уникальность в том, что все эти 7 планет, они попадают в разряд планет земной группы. Они все имеют размеры, сравнимые с Землей. То есть это они исключительно по размеру. По размеру, по массе. Самое главное, еще следующий шаг, который вот вызвал ажиотаж. Хотя эта звезда, светимость этой звезды очень низкая. И если вот на расстоянии, если бы Земля оказалась на таком же расстоянии, как на Солнце, около, мы бы оказались около той планеты, то на поверхности Земли температура была минус 150 градусов. То есть шансов там для жизни не было бы никаких. Но в этой планетной системе эти планеты, вращающиеся вокруг этой звезды, они находятся на расстоянии 1/20, то есть в 20 раз ближе к своей звезде родительской, чем Земля к Солнцу. И благодаря этому вот этого хоть и малого излучения от этой звезды хватает, чтобы 3 звезды, которые из 7, прогреть до такой температуры поверхность, чтобы температура была вот такая, как примерно на Земле. Плюс, но при этом еще и не спалить, то есть там озоновый слой обнаружен. Значит, что? Нет, как не озоновый. Дело в том, что 2 звезды из этих 7 действительно находятся очень близко, и там температура на поверхности может быть плюс 300 градусов, а у нас там бумага горит при температуре 250 градусов, то есть там вряд ли жизнь. Потом идут вот 3 звезды, на которых может быть оптимальные условия, температура около нуля, плюс 20, плюс 30 градусов, жидкая вода может быть. А потом еще 2 планеты, которые уже далеко, на которых все замерзшее. И, собственно говоря, вокруг этого ажиотаж и поднялся, что впервые была обнаружена действительно планетная система с 7 планетами, с уникальной группой планет, похожих на Землю по массе.
Но на этом все заканчивается. Ну, то есть это какой-то набор параметров, который дает надежду. Да, это набор параметров, минимальный, то есть минимально необходимый. Но вот та которая информация, которая пошла потом в средствах массовой информации, да, что там вот возможна жизнь, возможно кислород, возможно океаны. Вот у астрономов нет такой информации. Дело в том, что из-за уникальности этого объекта были подключены космические телескопы имени Хаббла на орбите. Он сделал спектроскопию этих планет, когда в момент прохождения по диску звезды, для того, чтобы обнаружить, есть ли газообразная атмосфера попытки. Но пока результаты убедительных о том, что есть атмосфера, скажем, около этих звезд, нету. То есть мы не знаем, есть ли атмосфера вокруг этих звезд. Второе, мы не знаем, есть ли океаны на поверхности этих звезд. Потому что даже вот, мы не знаем, как образовались океаны на Земле. Есть версия о том, что вода появилась, вода была занесена на Землю благодаря массивным падениям комет на Землю там, миллиарды лет назад. Поэтому есть там вода или нет, неизвестно. Есть там атмосфера или нет, неизвестно. Есть еще одна неприятная особенность с точки зрения жизни. Дело в том, что звезды такого типа, они называются М-карлики, они покрыты пятнами, как вот наподобие пятен на Солнце. То есть они магнитно активные. У них конвективные оболочки, и все время всплывают магнитные поля разной полярности, они пересекаются, происходит короткого замыкания, и все время идут вспышки, подобные солнечным, но гораздо более мощные. И вот не поленились, навели даже на эту систему специальный летающий на орбите рентгеновский телескоп XMM Ньютон, чтобы измерить рентгеновский поток от этой звезды. Он оказался такой же, как от Солнца, в спокойном состоянии, но поскольку эти планеты в 20 раз ближе к звезде, это означает, что они непрерывно облучаются рентгеном от родительской звезды. Поэтому шансов там выжить в таких условиях нет, если нет плотной атмосферы. Если есть плотная атмосфера, там возникает другая проблема. Я сказал, что эта звездочка практически очень мало излучает в видимом диапазоне, она излучает в инфракрасной области. А необходимым условием для возникновения жизни на Земле является, например, реакция фотосинтеза. Ну, в биологии известно, да. И для этого нужны фотоны видимого света. Вот, скорее всего, трудно говорить о жителях, обитателях тех миров, но если они там вдруг возникли, то они живут непрерывно в сумерках. То есть просто все время вот яркого солнца, того солнечной радости жизни, которую мы ощущаем на Земле, по-видимому, там нет. Ну, я поэтому хотел бы, я в большей степени в этом смысле пессимист, то есть, потому что мы как астрофизики должны оперировать теми фактами, которые у нас есть. И пока вот мы можем сказать определенно, что действительно это уникальное открытие. Это первая такая система, которая в окрестностях Солнца обнаружена с планетами, вот мы называем, земной группы. Обычно из 3000 планет, вот, которые были раньше обнаружены, но не более десятка не у разных звезд, где вот в планетной системе существует одна звезда, одна планета, извиняюсь, похожая на Землю. Вот. А здесь сразу в одном месте и как бы 7, и очень похожие. Вот это уникальность этой системы. А вот тогда возникает, ну, сказать, гуманитарный такой контекст вопроса. С вашей точки зрения, зачем НАСА тогда об этом объявила? Или это дальше уже журналисты просто интерпретировали вполне рабочее, нормальное заявление, принятое в научном сообществе, и выдали желаемое за действительное? Что произошло? Откуда сенсационный такой вот полет? Ну, сенсационность связана прежде всего с уникальностью этой системы, что впервые. Понимаете, эта задача поиска планетных систем около других звезд, она ведется 20 лет. И она идет очень тяжело, потому что это сложно обнаружить планету около других звезд. Нужна самая лучшая аппаратура, самые лучшие телескопы, самые лучшие матрицы, спектрометры. Вот. И вероятность обнаружения, ведь я говорил, что этот телескоп каждую ночь наблюдает, обозревает все небо. И, может быть, из десятков тысяч звезд, которые они обозревали, им один счастливый случай выпал. Это как вот золотоискатели. Это нужно просеивать огромное количество вещества, руды. А тут не просто у вас золотая песчинка, а вот самородок какой-то появился. И это большое счастье. И, конечно, поскольку на заключительной стадии первыми
обнаружили бельгийцы звезду с тремя планетами, а потом присоединился телескоп НАСА инфракрасный, ну и он очень сильно помог, дополнительно четыре планеты еще обнаружил, ну, конечно, НАСА сочло необходимым объявить, что вот телескоп НАСА принял участие в обнаружении. Ну, то есть, с точки зрения тех, кто ждет появления жизни вне планеты Земля, это, конечно, немножко грустно звучит, но с точки зрения большой науки, больших исследований, которые проводятся сегодня, это все-таки событие. Это событие, потому что это направление поиск планет около других звезд стало одним из актуальных в современной астрономии, и на самом деле это направление настолько быстро развивается, оно именно развивается в сторону поиска реальных атмосфер, похожих на атмосферу наземную. Мы знаем, из чего состоит атмосфера Земли, азот, кислород в основном, а, скажем, вот на Венере это в основном там соляная кислота. То есть там жизни на Марсе, практически ее нету, вы не сможете выйти вот без скафандра походить по Марсу, потому что там атмосфера, Марс потерял как-то свою атмосферу. Поэтому создаются специальные системы, крупные телескопы, которые пытаются в момент прохождения вот на луче зрения планеты на фоне звезды, когда звезда освещает, просвечивает атмосферу планеты, умудриться за короткое время, там буквально час, получить спектр этой звезды, при этом свет от звезды в десятки тысяч раз превышает сигнал от планеты, то есть это нам нужны большие телескопы, чтобы этот слабый сигнал зафиксировать, и оттуда извлечь информацию о химическом составе атмосферы. Вот. Это удивительная, это очень сложная задача, но эта задача заставляет астрономию развиваться, создавать телескопы с еще лучшим и лучшим оборудованием, которое у нас есть. Знаете, если там есть жизнь, значит, они могут каждого 20 числа получать к зарплате еще и годовую премию. Ну и встречать Новый год, радоваться. Мы будем рады видеть вас в наших последующих программах. Спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас об удивительном мастер-классе. О уникальной личности Михаила Казинника, искусствоведа, музыканта, писателя, поэта, философа, режиссера, страстного просветителя. Он говорил о педагогике как театральном искусстве. Кстати, здесь тоже звучала скрипка, искрила энергия и шла речь о законах мироздания. Михаил Казинник – личность, у которой есть чему поучиться. За его плечами богатейший опыт. Он является почетным членом Европейской славянской академии литературы и искусства Болгарии, почетным доктором Рижской международной высшей школы экономики. Ежегодно Михаил Казинник выступает с мастер-классами в ведущих университетах мира. И, кстати, после выступления в Казанском федеральном университете у Михаила Семеновича запланировано выступление в Принстонском университете США. Впрочем, смотрите сами. Прав ли я, утверждаю, что великая музыка – это питание человеческого мозга? 3 марта двери шоу-рума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ открылись для известного на всю страну писателя, поэта и режиссера Михаила Казинника. На этот раз приглашенный спикер провел студентам-журналистам и их преподавателям творческий мастер-класс, на котором поделился со зрителями яркими впечатлениями и захватывающими историями, которые происходили с ним во время проведения одного из знаменитейших нобелевских концертов. К чести России могу сказать, что 3/4 музыки, которая звучит в нобелевских этих знаменитых концертах, в этом огромном, намоленном концертном зале, это русская музыка. Все от Стравинского и Шостаковича, от Чайковского и Мусоргского. То есть, действительно, русская музыка завоевала планету Земля. Когда Михаил Казинник стремительно вышел на сцену, начал говорить или играть, в зале не осталось ни одного человека, который не был бы захвачен его ураганной энергией или не был бы увлечен виртуозной игрой на скрипке этого удивительного маэстро. В завершении встречи гость ответил на вопросы о глубинах сознания и тайнах ассоциативного мышления и рассказал о важности невербального контакта, в том числе в рамках профессиональной деятельности каждой профессии. К вашему следующему приезду мы и на химфаке, и на физфаке поставим еще и рояль, чтобы вместе с опытом его показали. Спасибо. Хорошо, без опыта немножко трудно, да. И еще небольшой обзор –
наиболее интересных встреч, мастер-классов и ток-шоу, которые прошли на минувшей неделе в шоу-руме Казанского федерального университета. О пресс-конференции дирижера Рустама Абязова я уже упоминал в самом начале программы. А сейчас смотрите сами, как прошли ток-шоу проекта выдающихся выпускников университета «Мост», где обсуждалась тема цены ошибки на жизненном и профессиональном пути и тернистой дороги к успеху. Вторым в обзоре будет мастер-класс о том, как стать миллионером в YouTube. Там говорилось о вирусных видеороликах, окружающих нас едва ли не повсюду. Сами того не осознавая, мы поддаемся их влиянию. Однако приучить к рукам вирусняк и превратить его в свое грозное оружие можно, но как? Об этом рассказывали Артур Гальченко и Юрий Дегтярев, те самые интернет-миллионеры из Москвы, которые просто покоряют своими творениями YouTube. Итак, шоу-рум обзор. Смотрите сами. Как часто вы совершали ошибки? Каким результатом они привели вас? И нужно ли их вообще совершать? Об этом мы не только побеседовали на уже второй встрече выдающихся выпускников КФУ в рамках проекта «Мост», которая состоялась в последний день зимы в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Спикер в категории «Стартап» выступил Руслан Шикуров, основатель социального проекта «Donor Search». О своей творческой работе рассказал Руслан Сирозетдинов, писатель, главный редактор журнала «Деловой квартал Казань». Спикер в категории «Наука» Виктор Сидоров, политолог КФУ. Разбавила эту мужскую компанию Ляля Бекчентаева, директор Казанского центра достижения молодых. К слову об ошибках, каждый из приглашенных гостей совершал те или иные ошибки, которые в дальнейшем так или иначе определили их судьбу. Ошибки, они позволяют себя познать. Да, действительно, ты платишь временем, ты платишь валютой, да, реальной, за то, что ты совершаешь ошибки, ты делаешь неправильный выбор. Но взамен ты получаешь иногда, не всегда, смотря как ты относишься к этим ошибкам. Ты получаешь валюту в виде познания самого себя. И ты учишься, да, на своих ошибках. После выступлений у студентов была возможность порассуждать на этот вопрос лично с выпускниками в формате Open Talk. Ежедневно пользователи всемирной сети по несколько раз в день встречаются с вирусными роликами. Так называемый вирусняк – это особо интересный вид подачи информации, при котором видеоролик распространяется только в интернете, от пользователя к пользователю, а не размещается на телевидении. Каково значение в вирусном ролике имеет креатив, в чем заключаются его особенности, для чего пользователям сети интернет необходимы такие видео? На эти и многие другие вопросы ответили студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ известные специалисты по вирусным видеороликам Юрий Дегтярев и Артур Гальченко, который также известен под псевдонимом Сэм Никель. Спикеры рассказали, как медиавирус способен повлиять на сознание и мышление каждого. Человек, например, не занимается ничем, видит, что его вирусный ролик на него начинает влиять, и он сам меняется. И вот, например, мы приехали и начинаем менять людей, которых сейчас встретим. Спикеры отметили, что прошедший мастер-класс на тему синтезирования медиавирусов в домашних условиях был одинаково полезен как для журналистов, так и для специалистов по рекламе и связям с общественностью. И не только. Артур Гальченко абсолютно убежден, что наработанные навыки работы с вирусником еще не единожды пригодятся абсолютно каждому человеку. Например, договориться с тещей оставить своих детей у нее с помощью какого-то, не знаю, ролика или не сказав напрямую ей, да, а, например, снять вирусное видео, чтобы она поняла, что, не знаю, там, оставлять детей. С тобой опасно, да. Потому что я оставляю с помощью ролика. Да. Творческие работы приглашенных специалистов имеют довольно завидную популярность. Но как создать успешный вирусный ролик? На этот вопрос, к сожалению, однозначного ответа не дано. И единственно верной схемы до сих пор не существует. Ровно как работающих шаблонов и четких алгоритмов. С этим можно смириться. Но гораздо интереснее разобраться, в чем же все-таки заключается эта загадочная формула успеха. Ого, так мы вам и сказали. Да на самом деле его нет, не знаю, родиться немножко с повернутой головой. С мозгами в провернутой голове. Нужно быть чуть-чуть психом, мне кажется. И, конечно, талантливым психом. Делать искренне надо, вот что, правильный ответ. И от сердца.
Прошедший мастер-класс еще раз наглядно доказал, насколько важен правильный выбор подачи любой информации. Именно поэтому 90% успешности вирусного видео зависит от идеи. И об этом нужно помнить всегда. Ну и раз одна из главных тем программы – весна, а значит и праздники, ожидание тепла, и музыка. Музыка души и вдохновения. Мы начали программу с музыкальной композиции «Весна». И сейчас готовы продолжить разговор не в буквах и слове, а в нотах с нашими гостями, как и положено в Федеральном университете, молодыми, озорными, но еще и очень музыкальными. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних собеседников и гостей, достаточно большой творческий коллектив. Ну, в первую очередь, директор Фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан Сфорцандо Данияр Соколов. Добрый вечер. Добрый вечер. И директор оркестра, одноименного оркестра Ильнар Файзуддинов. Добрый вечер. Добрый вечер. Если позвольте, вот раз есть фонд развития исполнительского искусства, значит, есть какие-то вопросы, какие-то проблемы, которыми этот фонд занимается. Если можно, вот чуть подробнее расскажите о деятельности, собственно, фонда. Да, спасибо за вопрос. Фонд возник 3 года назад. Наши ребята нашего фонда проделали огромную работу в плане популяризации классической музыки, классического искусства, музыкального искусства. Первым нашим большим проектом это был фестиваль «Музыка вокруг нас», который мы сделали совместно с Министерством культуры Республики Татарстан. Митими Шариф Шамиев помогал в создании этого большого фестиваля. Собственно говоря, после этого началась большая, длинная, трудная дорога становления нашей организации. Проблемы, которые мы поднимаем, это, как я уже сказал, популяризация классической музыки, поиск новых талантов, новых имен, создание новых коллективов. И пытаемся, собственно говоря, заниматься настоящим большим творчеством. За 3 года мы создали несколько интересных больших проектов, в том числе это оркестр молодежный Сфорцандо, который сейчас... Это, собственно, веселый, да. Да, ребята. Еще у нас есть один уникальнейший оркестр, это оркестр пианистов, которого не имеет аналогов в мире, в принципе. Это 11 настоящих акустических фортепиано, 11 пианистов совместно с нашим оркестром играют уникальную программу, для которой пишутся специальные новые произведения. Я считаю, что этот оркестр может стать брендовым оркестром Республики Татарстан, выездным и ездить по странам и городам. Проблемы, которые существуют не только в нашей республике, в нашем городе, вообще по всей России, да, в целом мире, это поддержка, опять же, молодых талантов, потому что консерватории, училища выпускают каждый год очень много молодых талантливых ребят, которым нужно создавать условия для работы, для творческого развития, создавать новые интересные площадки. Вот мы как раз работаем в этом направлении. Один из последних наших проектов это были проекты камерных опер, которые мы делали тоже с нашими силами, нашим оркестром, молодые солисты, вокалисты собрали полный зал в концертном зале Сайдашева ВКЗ. Работа ведется, она сложная. Мы всегда находимся в поиске, естественно, финансирования. Это острая проблема, она у всех острая стоит. Ищем всегда спонсоров, пытаемся зарабатывать, потому что вообще такие фонды, как наш, по России и в мире поддерживаются в основном частными инвестициями, это бизнесом большим. Вот мы, собственно, идем сейчас к тому, чтобы искать этих партнеров и спонсоров. О нашей меценатов. Интересной программе, работа с оркестром расскажет дирижер оркестра, наш дорогой Ильнар Файзуддинов. Ну да, собственно, я и хотел обратить к Ильнару вопрос про, как было сказано, веселый молодой коллектив, оркестр. Это вообще такое хорошее сочетание, когда речь идет еще о симфоническом оркестре. Очень радует слух. Во-первых, это случайно или не случайно, что фонд и оркестр имеют одинаковое название? Это первый, самый короткий, наверное, легкий вопрос. Но это не случайно. Не случайно? Коротко отвечу так. Хорошо. Хорошо. Ну и, собственно, несколько вопросов об этом молодом, творческом, как вы сказали, веселом коллективе. Из кого он, собственно, состоит? И что является сегодня основой его репертуара? Состоит он из музыкантов
высшей категории, так скажем. Это все. Что значит тут высшая категория? Ну, они все лауреаты международных конкурсов, они все талантливые, все востребованные. Кто-то из них еще учится в консерватории, кто-то заканчивает училище, кто-то уже закончил и работает где-то. То есть у нас такой разношерстный коллектив, но все они хотят работать, они хотят чего-то нового. Они не хотят просто сидеть в оркестре и играть партии, они хотят музицировать, они хотят чего-то нового, необычного, чего-то молодежного, так скажем. А репертуар? А репертуар у нас камерные оперы две, это Моцарт, Бастиен и Бастиена, Телефон Минотти, и третья современная татарская опера, это Береника, написанная татарским композитором. Также мы играем музыку Эльмира Низамова, мы играем фортепианный концерт Моцарта 23-й, играем румынские танцы Бартака. То есть репертуар довольно разнообразен, начиная от классики, заканчивая современной музыкой. Вот обращая внимание на коллектив, который здесь присутствует, я понимаю, что сегодня в музыкальном искусстве, в большом музыкальном искусстве, та же проблема, что и в журналистике, например, да, девушки да, как-то преобладают, или это случайно вот так получилось? Вопрос очень актуальный, накануне 8 марта. Ну, тут дело даже не в том, что девушки преобладают или нет, всегда же приятно смотреть на женский коллектив. Конечно, конечно. То есть сейчас у нас это не весь состав, в связи с тем, что немного не позволяет аудитории садить весь оркестр, так скажем. Ну, то есть молодые ребята, талантливые, ребята тоже двигаются. Много, тоже они есть, да, то есть двигаются. Не только женский коллектив. Ну и опять же, цепляясь за термин «молодые», вот мы говорим о том, кто это, что сегодня играют. Но молодые не могут жить без мечты, которые при помощи фонда, при помощи других партнеров, вашими какими-то усилиями может быть реализовано, а может быть в какой-то далекой перспективе просматривается. Вот какие бы вы обозначили мечты? Если говорить о мечтах, то этот коллектив должен стать и выйти на мировой уровень. На мировой уровень? Как мировой вы определяете? Уровень – это когда мы можем ездить, гастролировать, когда мы не сами едем на гастроли, а когда нас приглашают, когда мы можем выехать в Вену по приглашению. То есть вот так. И когда у нас будет своя площадка, свой театр, к чему мы стремимся, своя база, которая будет только наша. Спасибо. Я хотел бы вот к тому, что говорил Даниэр, получить некоторые уточнения. Вы говорили о работе фонда, связанной с поддержкой молодых талантов. Но вот опять, понимая, что слово «молодые», тем более, когда мы в стенах университета находимся, является очень важным. А как, на ваш взгляд, молодые потребители, простите за такой экономический термин, большой музыки, симфонической музыки, как с системой, ну, скажем, их воспитания, подготовки к восприятию того, что вы исполняете, что вы поддерживаете, и во имя чего вы ищете таланты молодые? Вот растет такая молодежь с вашей точки зрения? Нет? И что надо сделать для того, чтобы их становилось больше, например? Или ничего делать не надо? Нет, это обязательно надо делать. Это очень важный, на самом деле, и ключевой вопрос, потому что на сегодняшний день, выходя на улицу, здесь машину, включая телевизор, мы слышим отнюдь не классическую музыку, а слышим различную поп-музыку, эстраду и прочее, прочее. Для того, чтобы привлекать молодых к искусству классическому, нужно ее им показывать чаще и чаще. Нужно их привлекать в залы или даже насильно ее показывать, даже если они этого не хотят. Для этого что мы делаем? Мы выходим на улицу. Дело в том, что уже третий год мы проводим опен-эйры классической музыки. Это в разных частях нашего города мы расставляем музыкальные инструменты, те же самые фортепиано, приглашаем как наших казанских молодых ребят, так и солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, за границей, потому что классические опен-эйры в Европе, они очень приняты на самом деле, потому что это неотъемлемая часть той самой популяризации классической музыки. Дело в том, что когда ты выходишь на улицу, играешь музыку Баха, Моцарта, прохожий человек, он так или иначе на нее будет реагировать, потому что это самое великое достижение, собственно говоря, искусства классического, мирового.
И если из тысячи прошедших мимо мы привлечем к этому искусству 100 человек, это уже будет огромная победа. Даже если мы привлечем 10 человек, они придут в концертный зал, приведут туда своих друзей. И видно, и среди студентов вашего университета большая популярность пользовалась площадка на сковородке, когда мы ставили здесь инструмент. Здесь очень много было студентов, и в вечернее время они оставались, музицировали сами. Это огромная-огромная работа, которая должна проводиться. У нас, конечно, нет таких возможностей, как есть у больших коллективов города Казани, таких как вот у Сладковского Александра Анатольевича. Огромный большой пласт работы проводят и своей рекламой, и то, что это стало популярно, ходить в большой концертный зал, в оперный театр. Мы стараемся обратить внимание как раз на молодежь, поэтому мы делаем нестандартные проекты, тут те же опен-эйры, которых до нас никто здесь не делал. Первый раз мы вышли с камерным опером на улицу, в людской сад. Мы поставили здесь, это было очень непросто, и с технической стороны. Но мы с этим справились здорово, и за месяц буквально наши ребята подготовили потрясающие 3 камерных спектакля, и они пользовались все дни фестиваля, было огромное количество зрителей, которые потом, естественно, это все выкладывалось в соцсети, и это уже и есть популяризация как раз. Поэтому мы бьем как раз на это, даже если это концерты бесплатные, но люди видят, и люди потом приходят, и людям нравится. Есть потребность у молодого человека знать, что такое классическая музыка, но ее надо ему донести. Это основная задача. Ну и завершая сегодняшний наш разговор, а я думаю, что мы и с вами будем встречаться чаще, и проблемы фонда, которые вот пока схематично мы обозначили, обсуждать более подробно в последующих программах, я опять возвращаюсь к тому, с чего начинал сегодняшний разговор. Очень скоро 8 марта. Значит, вы мужчины все-таки и, наверное, имеете возможность и чего-то хотите сказать женщинам накануне этого праздника. Ну, конечно, хорошие слова, я надеюсь, да. Но ну, тем более, что женщины у нас здесь, они не только красивые, они еще и умные все сплошь, да. Тут все сочетается так очень сложно, как в симфонической музыке, все так непросто. Ну и в связи с этим, что, собственно, вы сегодня будете исполнять? Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с замечательным праздником 8 марта. Пожелать прекрасной половине человечества быть такими же, оставаться красивыми, умными, поддерживать вторую половину человечества, что тоже является очень важным вопросом. А сегодня для дорогих женщин, девочек, мы сыграем замечательную музыку. Это прозвучит увертюра к камерной опере Моцарта «Бастиен и Бастиена». Это история о любви. Итак, звучит Моцарт о любви. А я на этом с вами прощаюсь. Встретимся ровно через неделю. Всем доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.